Молочные продукты на прилавке новосибирских супермаркетов продвигали за взятки. Следственный комитет подозревает в коммерческом подкупе регионального менеджера торговой сети. Чтобы поспособствовать заключению договора с коммерсантами, он брал бонус в размере 427 тысяч рублей. Подозреваемый задержан. Обстоятельства дела выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Г, части 7 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает уголовную ответственность за совершение коммерческого подкупа в крупном размере.